Друзья, привет! Поговорим про зависимость. Недавно я наткнулся на несколько постов от бывших наркоманов, прошедших реабилитацию в фонде «Во имя святого Архангела Гавриила», которые входят в союз, Национальный антинаркотический союз. Что они пишут у тебя в постах? То есть пост следующего содержания. Допустим, я Иван, я зависимый, я чистый 120 месяцев, к примеру. Ну, то есть человек радуется. Ну, конечно, хорошо, что человек чистый 120 месяцев, но когда человек пишет, что я зависимый, по прошествию этих 120 месяцев, это как-то немножко не камильфо, согласитесь. Конечно, зависимость, она будет долго сидеть в человеке, но от нее можно и нужно избавиться. То есть в этом ничего нет сложного, тем более, когда человек прошел реабилитацию и уже много-много лет не употребляет наркотики. Просто как-то странно, 10 лет человек не употребляет алкоголь и другие наркотики, при этом считает себя все это время зависимым. То есть эта зависимость в нем сидит, фактически в любой момент он может сорваться и просто его так откатит назад, так унесет, что называется. Фактически получается, это человек просто закодирован, какое-то, не знаю, NLP или как там говорится. То есть зависимый человек, который постоянно ходит, и, видимо, хочет употребить, что ли, так получается. Если же нет, то смысл какой писать? Я зависим. Вообще в этом не вижу. Поэтому, друзья, не пишите, даже если вы считаете себя зависимым, не пишите об этом никогда никому, себе об этом не говорите. То есть, конечно, вы должны помнить, что вы когда-то употребляли, и это плохой опыт связан с употреблением наркотиков. Но старайтесь избавиться от этой зависимости. Будьте здоровы!